Дорогие первокурсники, мы очень рады, что именно вы стали студентами первого курса факультета журналистики лучшего университета России МГУ имени Ломоносова. Вы не просто шли к этому успеху, это действительно большой жизненный успех. И мы надеемся на то, что вы будете с нами все 4 года, что все, кто сегодня получит студенческие билеты, получат потом и дипломы. Надо будет серьезно учиться, заниматься. Но поверьте, учиться на журфаке – это большая радость, это творчество, это счастье. И поэтому ваш труд от античной литературы до экономики, от политологии до создания собственного мультимедийного проекта – этот труд будет вознагражден, и вы станете журналистами в нашей удивительной отечественной журналистики. Это прекрасная профессия. Поздравляю вас с выбором профессии и с выбором факультета. Дорогие первокурсники, я сердечно поздравляю вас с поступлением на наш традиционный и, самое главное, легендарный факультет. Я надеюсь, что за все 4 года вашего бакалавриата вы достойно покажете себя как студенты в этих стенах. И, безусловно, этот праздник, ваш праздник первого года, завершится праздником выпуска, до которого вроде бы кажется далеко, но на самом деле все очень быстро. Поэтому цените это время на нашем факультете, и мы вас еще раз поздравляем. Дорогие студенты первого курса, сейчас начинается самый прекрасный период вашей жизни. Постарайтесь оценить его и прожить его не только с пользой, но и с удовольствием. Желаю вам студенческого счастья. Дорогие первокурсники, мы поздравляем вас с поступлением на факультет журналистики. И от всей души желаем вам, чтобы провели время на журфаке с пользой для себя, чтобы вы нашли свой путь, чтобы вы раскрыли свои таланты и способности. И не так важно, будете ли вы заниматься дальше журналистикой или нет. Да, мы желаем вам, чтобы вы нашли свой путь, может быть, в футболе, может быть, в КВН, может быть, в музыке, может быть, в каком-то другом искусстве или в другом роде деятельности. Но главное, чтобы вы потратили все это время для того, чтобы понять, что вам интересно, что вам важно, что вам нужно. А мы со своей стороны постараемся вам помочь. Добро пожаловать на журфак. Во-первых, я хочу поздравить первый курс. Они это сделали, они поступили на факультет журналистики, и теперь у них огромные возможности. У них целых 4 года. И вопрос, как они проведут это время. Я желаю, чтобы за это время, во-первых, они получили как можно больше знаний, чтобы они завели как можно больше друзей, чтобы им удалось наконец-то решить, чем они хотят заниматься в журналистике. Говорить, писать, снимать, а может быть продвигать. И я желаю, чтобы эти 4 года прошли у них на все 100. Дорогие мои первокурсники, поздравляю вас с поступлением в МГУ, лучший вуз нашей страны. Это большой и серьезный шаг во взрослую жизнь. Желаю вам, чтобы ваши студенческие годы были наполнены яркими, интересными, плодотворными встречами, событиями, чтобы каждый день, проведенный в стенах Московского университета, был отмечен чем-то важным и особенным. Желаю, чтобы ваш учебный старт был успешный, а дальнейшая студенческая жизнь, наполненная неизбежными препятствиями и преградами, уверенно преодолевалась. Удачи вам и в добрый путь! Дорогие первокурсники, вы поступили, я вас поздравляю. У вас впереди экзамены, сессии, лекции, но на самом деле самое хорошее, что есть на журфаке, это люди. Поэтому проявляйте любопытство по отношению к другим людям, задавайте им вопросы, поддерживайте их, помогайте, дружите, влюбляйтесь. Ну и между всем этим еще и учитесь. Дорогие первокурсники, поздравляю вас. Совсем недавно осуществилась ваша мечта. Вы стали студентами факультета журналистики МГУ. Желаю вам хорошо учиться, удачи в покорении профессиональных высот и реализации всех ваших планов. Дорогие магистранты, я поздравляю вас с поступлением на факультет. Вам бы я хотела пожелать никогда не забывать о своих первоначальных целях, о том, почему вы поступили на факультет, помните об этом и будьте этому верны до конца. Я надеюсь, что все-таки вы поступили сюда за знаниями, поэтому учитесь хорошо, будьте умничками и тесно общайтесь со своим инспектором и начальником курса. Желаем студентам спецотделения убедиться в том, что они сделали действительно правильный выбор, поступив на факультет журналистики. Все-таки для
второго высшего – это уже не первое образование, оно должно быть осознанным шагом в их жизни. И я думаю, что учебные годы на факультете им запомнятся. Дорогие первокурсники, мы рады приветствовать вас в нашем ДМ на Маховой. Ваша студенческая жизнь только начинается, поэтому постарайтесь взять в нее по максимуму. Наслаждайтесь каждой проведенной здесь минутой. Успехов!